Приветствую всех, кто смотрит мое видео. Приветствую всех моих дорогих подписчиков. Я нахожусь на нашей даче. Вот, заходим в калиточку. Вот, приветствуют наши цветочки. А роза с этой стороны уже отцвела. Ну что, добро пожаловать в мир цветов. Я все цветы не знаю, к сожалению, как они правильно называются. А их у нас много. Но это гладиолус, это я уже знаю. Как в песне ароматами гладиолуса. Вот они. Розочка тоже отцвела. Георгины. Желтые, немножечко красного. Белые георгины. Вот уже отцветает лилия. Реально большие цветки. Наверное, больше, чем ладонь. Гладиолусы. Такого цвета желто-сиреневого. Желто-кирпичного. Вот такие цветы мне нравятся из-за такой необычной формы, круглой, и сделаны как из сот каких-то. И вот красивые цветы. Опять же, не знаю, как называется, может, кто подскажет. Меленькие, но их много, и такой красивый светло-оранжевый цвет. Вот кое-где еще есть люпины, которые уже цветают. Гладиолусы. Розы практически весь сезон появляются новые. Малину уже скушали. Вот, сломался один гладиолус. Такой бледно-розового цвета. Бледно-лиловый. И вот как вишенка на торте. Вот такой вот георгины красного цвета. Вот такая лилия. И вот такой цветочек, он у нас растет в горшке. Бугенвиллия, лилия его носит, выносит, заносит, не знаю чего. Он у нее пользуется вниманием.